Нет! Ну что, я обещала вам снять наедине с ананаской, но я надеюсь, что вот это будет наедине, иначе я никогда не сниму. Вот в машине, пока Герман спит, я с вами сейчас поболтаю. Я вообще думала, что я возьму лист бумаги, накидаю какие-нибудь заметочки, с вами поболтаю, но время бежит, жизнь течет, у меня очень много чего меняется, и я совершенно не могу, пока Герка не ходит в сад, найти времечко, чтобы сесть одной и поговорить, потому что к вечеру я устаю. Закончились мои отпуска. Я съездила в Грузию, в Турцию, в Грецию. И, девочки, каждая моя поездка была просто потрясающая. Я познакомилась с большим количеством людей. Я посмотрела разные места. И с детьми, и без детей, и с семьей, и вот вообще, то есть ни одна поездка друг друга не похожа. Кто смотрел мои влоги, то знает, о чем я говорю. Если нет, то пересмотрите, потому что вот, как я поняла по реакции, Грузия понравилась больше всего. Поездки это кратко. Что у меня сейчас происходит? Август. Что? Август. Уже лето подходит к концу. Но в этом году лето, кстати, было. Потому что в том году я четко помню, как я до середины июня ходила гулять в дождь. И было очень противно и холодно. В этом году погода нас радует. И солнышко почти всегда. Но конец августа, и Герман скоро пойдет в садик. Робик у меня начал гонять на самокате. Герман поехал на двухколесном велосипеде. Просто вам сейчас кратко как будто пересказываю влоги. Много вопросов связаны с моим питанием, с моим уходом, с уходом из зала. Вот таких много вопросов. Я отвечу вам кратко. Я сейчас на пути восстановления. Восстановление какого? Скорее всего, это не точно, но скорее всего у меня произошла перетренированность, мой фанатизм, и мой организм немножко дал слабину. Точнее, он очень долго сопротивлялся, а потом бабахнул, сказал: все, баста. В общем, я уже 2 месяца не хожу в зал. Общалась с эндокринологом, который выписал мне план питания, поправил немножко щитовидку и холестерин. Все витамины были Сайхерб. Я вот сдала последние анализы, все было хорошо, но пока спорт я не включаю. То есть у меня сейчас задача, я бегаю 100-метровки, только бег, но в центре здесь найти тяжело футбольное какое-то поле или что-то такое, поэтому я на детской площадке или где-то на бульварах пытаюсь побегать 10 раз по 100 метров, и для меня это лучше, нежели ходить в зал. Вот, зал у меня пока под вопросом, потому что я не хочу себя еще раз насиловать, то есть я сейчас вывела себя из этого состояния, и потом опять в него вводить, не очень хочется. Я поправилась примерно на 3 килограмма, 3-4 килограмма, это видно по одежде, по состоянию, я такая сейчас прям заплывшая, ну, понимаете, я бросила спорт резко и начала есть как-то, как мне сказали, расслабься, и, естественно, набралась. Сейчас важно, чтобы мой организм, вот, он отдохнул, и мы дружно с ним идем восстанавливаться и сливать воду. Я вам обещаю, что буду находить время для болталки вот такие нам с вами, потому что, ну, я понимаю, что влоги особо сильно с вами не поболтаешь, и я все время все что-нибудь нарезать. Я люблю смены картинки, и кому-то хочется, ну, Настя, давай с тобой поболтаем, ну, подожди, хватит, вот, хватит этих картинок, поговори с нами. И вот для этого у нас будет наедине с ананаской. Что еще вам рассказать? Не знаю, делаем ремонт моей маме, это практически пол июля и август, мы тоже сейчас занимаемся этим вопросом. Я все больше понимаю, что если мы будем покупать когда-то другую квартиру свою, я, наверное, чокнут. Это сложно, это кропотливо, это помимо того, что это очень дорого, очень много нервов, сил тратится. И вот мы маме делаем квартиру, я уже вся такая выдохшаяся. Скорее мы его закончим, и будет очень красиво. Вот. Так, как-то так. Вы же понимаете, что камера, как обычно, не передает всего. Вы видите только малую часть, и как это на самом деле, через камеру не передать. Внешне кажется, что у меня все хорошо с зубами, все классно. Но по факту нет. У меня была очень слабая эмаль до брекетов. И знаете, если сейчас вернуть вот 4 года назад, я бы не ставила их. Потому что у меня зубы раздолбались просто в хлам. Не побоюсь этого выражения, просто в хлам. Короче, суть в том, что у меня после брекетов я бесконечно, просто бесконечно хожу и лечу зубы. Я считаю, раз уж я носила брекеты, то зубы должны быть близко к идеалу. Ну, прям вот совсем близко. Никаких желтых пятен, никаких следов, никаких царапин. И вам кажется, что у меня ровные хорошие зубки. Но на самом деле 3 зуба у меня из 6 зубов. Из 6 передних зубов 4 дохлых, вот, ну, без нервов. Так что вот так.
Пишите под этим видео вопросы, что бы вам хотелось со мной еще обсудить. Я уже прям правда скоро выйду к вам вот в такой прямой эфир практически. Поотвечаю, ну просто соберу каких-то тем и с вами поболтаю. Я, наверное, уже не в машине, а дома. Но все равно, спасибо, что сегодня нашли время, уделили мне и пообщались. Влог формат остается. Герка пойдет в садик, будут включаться новые видео. Вещи, как мальчики, так и мои. Я знаю, что вы это любите. Разнообразим. Но пока что я мама-мама с двумя сыновьями и... Да, не так много времени для этого. Все, целую, пока.